А что там у Литвина? Сейчас, подождите. Сейчас. Пролетел над жерлом вулкана. Да и хуй с тобой, господи. Значит, когда на Камчатке 9 утра, в Москве глухая ночь. И чё? Ну да. О-о-о-о! Чё за... Так, я предлагаю сделать... Вот так, ща. Ну красиво, красиво, молодец. А чё, где пролетит-то? В конце видоса или... Или это... Или он уже пролетел? Просто я не хочу смотреть весь видос. Куча кухесос, посмотри эти видео, если, конечно, захочешь, или и. Да, спасибо. Кликбейт? Ну вот я об этом и подумал. Просто... Понятно. Держи, смотри, ты должен свесить руку выше, подзабирайся выше. Что, сломался, да почему она не встает? Бля, подожди. Которая ранее никогда... Ладно, давайте еще раз посмотрим. Хесус, я тут пару дней назад ей. Подожди. Управляй, корабль, блядь! Управляй! Управляй быстрее, брат, левая вышла, блядь, впервые в жизни. Во-первых, это другое плечо, которое ранее никогда не вылетало. Как это произошло? Трос пролетает мимо меня. Я не стал отменять съемку и решил импровизировать. Прыгаю, чтобы ухватиться за трос. Падаю и чувствую мгновенную боль. Но не думаю, что плечо сразу вылетело. Успеваю ухватиться за трос, и он выдергивает мое плечо нахуй. Боль была адской. Груз! Нужен груз! Держи, смотри, ты должен свесить руку выше, подзабирайся выше. Да почему она не встает? Ты, блядь, можешь править нахуй? Возьми в руку, возьми. Пожалуйста, блядь, сильнее, брат. Давай, под плечо ебашь. Ебашь под плечо. Тихо. Не надо дергать, ты просто плотнее, сильнее. Делай постепенно, постепенно. Оскар. Давай, брат. То есть, давай, думаете, это вранье, да? На протяжении 15 минут мы перебирали разные вариации того, как можно вправить плечо на место, но уже дезморалило от того, что ни один из вариантов не помогал. Даже Саня весом в 70 килограмм повис на плече, но даже это было безуспешно. Стой. Братан, посмотри-ка, у меня хуйня торчит, не угодно разница. Да завали, блядь, корабль, и, блядь, фу. Тысячу раз такое было, братан, хули ты ноешь, нахуй? Витя предложил последний вариант, который ему пришел на ум. С ноги ёбнуть. Не надо резко, давай потихоньку. Ау, блядь, фу, у него реально там хуйня торчит, видали? Не, я думаю, что это не, ну, не фейк, я думаю, что у него реально плечо нахер вышло. Бля, мне уже само плечо забыл. Во, видите, вот, кость торчит. Вот. А здесь такого нет. Брат. Спасибо. Спасибо тебе большое, братик. Спасибо. Ай, блядь. Встань. Ау. Выглядит очень больно. Ну-ка еще разок. Давайте еще раз. Блять, фу. 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 Жесть. Блять, у него реально плечо тупо на место сразу встало. Если так присмотреться. Типа, какое оно было? Еще разок давай. Вот сюда. Ау, бля. Брат. Спасибо. Спасибо тебе большое, братик. Фу. Спасибо, бля. Тихо, встань с нее, встань нахуй, ты лег. Бля, я как будто заново тут перейду. А, сука. Фу, блядь. Левая, сука, я только правую, блядь, брат, оперировал. Нахуй у меня левая вылетела по-братски. Бля, мне кажется, когда он будет стариком, у него все руки поотваливаются, все суставы нахер. Он будет ползать, а не ходить. С такой жизнью. Витя, сука! Ёху. Я, блядь, твой рот ебал! Нахуй ты там! Ай, бля! Дай чмокну тебя в щеку. Так а чё, в итоге не прилетит, да? Просто у моря, у берега. В итоге не прилетит. Да, дорогие друзья, но о каком плече может идти речь, когда ты летишь на вертолете, а под тобой бежит медведь? Настоящий нахуй. Это я, блядь, вообще-то был.
Ну да, я там тоже гулял, и что? Пиздец, с медведем перепутали, я в ахуе. Да я здоровый, блин, и... Чё? Понял, брат, понимание того, что вот это все происходит в России. Ну как происходит? Стоит, еб, находится. Еп. Это, короче, типа, то, что это Россия, чё? Это греет душу, короче. И я был во многих местах в Европе, в Азии, понял? Везде очень красиво. Но когда ты чувствуешь родную вот эту матушку, понял, в которой ты родился, это охуенно, короче. И похуй на это вылеченное плечо, брат, вообще поебать. Залечим, зашьем нахуй, шурупы вставим, блядь, поедем. Ох, ебать, смотри, волнишка неплохая пошла. Неплохо, да. Ну, а где вулкан, сука? Где вулкан? Вулкан я так и не увидел.